Здравствуйте, я Гаврилина Софья Сергеевна, врач-терапевт клиники Катанай, город Псков. Сегодня мы с вами будем разговаривать про такое заболевание, как астма кошек. Астма кошек – это воспаление нижних дыхательных путей, вызывающее, соответственно, кашель и затрудненное дыхание. Зачастую связано все-таки на фоне аллергии. Но болеют животные, могут болеть и возрастные животные, и более молодые животные. Может развиваться абсолютно у любой кошки, любой породы, любого пола. Ну, предрасположенность все-таки пород – это сиамская и гималайская. Какие могут быть причины заболевания? Зачастую это наличие пыли, плесени, курение, да, дома, также вдыхание ядовитых паров, это бытовая химия, ну, чистящие аэрозоли, также может быть вирусные инфекции, стресс, чрезмерные физические нагрузки, пыльца растений, погодные условия, наполнители, ожирение, все это может, соответственно, спровоцировать астму. Симптомы заболевания зачастую это затрудненное частое дыхание. Иногда владельцы могут этого не замечать на начальных этапах болезни, то есть может проходить более бессимптомно. Вот. Но зачастую, да, мы видим затрудненное частое дыхание. Кошка внезапно прекращает играть, да, становится менее активна, открывает рот и пытается захватить как можно больше воздуха. При этом животное принимает нехарактерную позу. Она вытягивает голову, вытягивает шею и опускает голову. Попытка втянуть воздух приводит именно к подвижности живота и груди, да? Что, но это на фоне именно затрудненного дыхания. И также мы можем наблюдать на фоне такого затрудненного дыхания, это кислородное голодание, да, гипоксию, что может, ну, также можно видеть это, как слизистые оболочки становятся синего цвета, да, приобретают именно синий оттенок. Вот, диагностика в нашей клинике зачастую это очень часто, в первую очередь, мы проводим рентген грудной полости и анализы крови. Так как нам требуется дифференцировать от других заболеваний, да, то есть зачастую что может вызывать еще такую картину? Это вирусные инфекции, инфекционные бронхиты, глистная инвазия, сердечная недостаточность, тромбоэмболия легких, плевриты, опухоли, инородное тело в органах дыхания и воспаление легких. Зачастую, когда мы проводим рентгеновский снимок, да, по рентгеновскому снимку мы видим усиление бронхиального рисунка. Также мы можем заодно и определить, нет ли других у нас патологий, да, то есть зачастую, что мы можем увидеть по рентгену? Мы можем увидеть пневмонию, отек легких, проблемы с сердцем, наличие инородного тела в просвете дыхательных путей, но не всегда. То есть есть то, что не рентгеноконтрастное, и тут поможет нам только бронхоскопия. Также необходим общий анализ крови, да, по анализу крови мы тоже можем увидеть некоторые изменения, которые нас могут натолкнуть именно на то, что это именно это заболевание. Лечение зависит от тяжести заболевания, да, в каком состоянии животное к нам попадает. Когда заболевание более тяжелое, да, то есть на тяжелых стадиях, такие животные зачастую самые серьезные, самые тяжелые, да, в нашем стационаре, в нашей клинике. Вообще все то, что связано с острой дыхательной недостаточностью, это очень-очень... Эти животные, которые поступают, в первую очередь, им оказывается оксигенотерапия. То есть их садят в кислородную камеру, подключается кислород, оксигенотерапия. Также успокоительные препараты, потому что... с острой дыхательной недостаточностью, и когда
не может вздохнуть, это достаточно на фоне стресса, на фоне страха, такие животные зачастую начинают еще чаще дышать. И в таком случае нам оральные препараты, противовоспалительные препараты. Ну и самое важное, это найти причину, на фоне чего случилось. И самое важное, это качественный анамнез. То есть нам нужно собрать хороший анамнез, потому что бывает, владельцы сразу не могут вспомнить, что могло произойти, что могло спровоцировать, да, данное состояние. То есть, когда люди сами еще начинают анализировать, думать, вспоминать, что могло. И от этого зависит лечение и, соответственно, сколько будет длиться. Вот. Что касаемо профилактики, надо полностью поменять условия жизни животного, да, то есть это регулярное покупают владельцы специальные увлажнители воздуха, да. Также обязательно должно быть дома тепло, должно быть сбалансированное кормление, да, животного. Если владельцы курят, то, соответственно, курить только на улице. Аэрозоли, все препараты, бытовая химия убирать и покупать более или гипоаллергенного, да, и стараться при помещении, где живет ваше животное, где живет ваша кошка, не брызгаться, потому что бывает даже банальная реакция на духи, да, то есть на духи владельцев. Из-за этого стараться все исключить. Вот, также стресс. Стресс для кошек это достаточно тоже. Многие заболевания вызываются на фоне стресса. Из-за этого нужно исключить стресс. И владельцы иногда даже не понимают, что животное их испытывает стресс. То есть приходят на прием и говорят, что нет, наше животное не испытывает, но начинаешь более детально узнавать, то есть и получается, что там затеяли ремонт, или был какой-то переезд, пришли гости, все это может быть стрессом, явиться стрессом для вашего животного. Из-за этого стресс нужно исключить обязательно для таких животных. Также необходимо проводить чистку, я уже сказала. Если есть какие-то цветущие растения, также стараться все это убирать из дома. То есть, если есть какие-то растения, которые могут давать аллергию или такую реакцию, тоже стараться убирать. Также необходимо контролировать вес. Таким животным ни в коем случае нельзя набирать лишний вес, потому что это может тоже явиться причиной астмы. Вот, и в принципе, если ваше животное, то есть тут лечение состоит, да, и профилактика больше не только как от врачей, но и от людей, то есть